Из года в год вокальные состязания конкурса «Мелодия» привлекает все больше и больше участников среди молодых исполнителей. 25 октября в социальном досуговом центре для подростков и молодежи состоялся городской конкурс молодых исполнителей «Мелодия-2019». Зал очень тепло встречал каждого из конкурсантов, и ожидания зрителей были вознаграждены прекрасными выступлениями. Жюри было сложно выбрать лучшего из лучших, но они справились со своей задачей. В конкурсе третье место получили Слезкина Виктория, Багаршакян Альберт, Майоров Данил. Второе место — Макарова Элеонора, Сычева Олеся, Иванова Диана. Первое место поделили между собой Проценко Дмитрий и Гмырина Арина. Номинация Гран-при вручается Таран Дарье. Остается добавить, что множество талантливых исполнителей собрались на одной сцене в молодежном центре, который делился своим опытом. И это говорит о высоком уровне данного конкурса, а значит, нам есть кем и чем гордиться. Дмитрий Меркулов, видео Михайловка.